Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство iPad Pro 11. И сейчас я покажу вам, как включить режим энергосбережения. Итак, для этого мы свайпаем вниз с правой стороны экрана. И здесь у нас есть значок с режимом энергосбережения. Можем начать и таким образом включить. Но, и ну или выключить, естественно. Если у вас его здесь нет, что мы делаем? Мы заходим в приложение «Настройки» и проходим в раздел «Пункт управления». Здесь мы вот в этих еще элементы управления ищем режим энергосбережения. То есть он, если у вас его нету в той панели, то он будет вот здесь. И чтобы его добавить, нажимаем просто на плюсик. И, в принципе, на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.